поэтому я подумал, ну, замочить можем. Я и Путину сказал, замочить можем, это не проблема, не с первого раза, так со второго. Я говорю, не делайте этого, потому что потом никаких переговоров не будет. Эти ребята, которые умеют друг за друга постоять, которые там и в Африке, и в Азии, и в Латинской Америке воевали, они пойдут на все. Тоже можем замочить, но тысячи погибнут мирных людей и тех, кто будет противостоять вагнеровцам. Гарантии безопасности, как он вчера сказал, пообещал, были предоставлены. Ну, я вижу, Пригожин летает уже на этом самолете. Да, действительно, он сегодня в Беларуси, как я и обещал. Если вы хотите какое-то время у нас перекантоваться и прочее, мы вам поможем. Естественно, за их счет.